Привет, я нахожусь в электромобиле от Renault. Он маленький и такой хорошенький. Давайте посмотрим, что здесь есть. Значит, деревянное сиденье, на котором, ну, я бы не сказал, что так уж мягко. Хорошо. Прозрачная крыша над головой. Руль стандартный. Поворотники, вот как на Логане, например. Кнопка аварийки. Ну, в общем, свет. Это скорости, видимо. Я не, ключа, видите, нету. Так, педалька, газ, тормоз. Все как на детском автомобильчике. И... Ой, как классно. Смотрите, я только прикасаюсь и сразу улетает наверх. А закрывать... Вот здесь никакой ручки я не вижу. Просто... И... Оп. Так, давайте снаружи посмотрим, как это выглядит. Вот такая маленькая машинка. Хорошенькая. Вот такие вот литые диски. Дорогие, наверное. По сути, это квадроцикл с крышей. Здесь есть заднее сиденье. Тоже вот пластмассовое. Ну, такое жесткое, в общем. Понятно, что здесь ездит не быстро на ней, поэтому такой уж не нужен сильно жесткий корпус. Вот. И сразу здесь стенд. Мы вообще находимся в Энерго. Сегодня у них 50 лет. И вот они сделали здесь такую презентацию. Я тут все смотрю. Значит, вот как выглядит зарядная станция. То есть вот такой вот, как сушилка для рук. Я пытаюсь открыть разъем. В ней вот такие вот такие штуки. Вроде бы на 30 ампер они. Или на 300. 300 ампер. Такая с этот, как сказать, молнию пускает. Так, нет, по-моему, на 30 все-таки. Давайте я закрою. На место все как было. Вот девушка даже одела специальную форму, чтобы испытать машину. Ну, посидеть в ней. Так, умывальник. Что здесь еще есть на этой выставке? Провода, какой-то футаж с инфографикой. Так, и вот как выглядит еще. Это какая-то другая станция, видимо. Мы должны вот не сломать бы. А, эту карту надо подносить сюда. Точно. А вот здесь уже интерфейс под, ну, под тот штекер, который я вам показывал. Так, в канав-то это что-то продается. По правам, по документам получается у вас мотоцикл, ну, квадроцикл. Вот. По идее, даже это, даже, наверное, хуже, чем машина. Ну, по документам. То есть вы будете за лошадиные силы платить этого агрегата. Ну, за киловатт-часы, точнее. Конвертируемые в лошадиные силы. И на мотоциклах это намного больше, чем на машинах. Получается. По налогу я имею в виду. Александр Загидулин. И электротехника.